приглашаем на один из самых ярких аттракционов. Драйв-тур и невеселое настроение. Прощайте игры, положительные эмоции. Вентилятор даже работает. А что душно не было? Смотри, какой там большой пруд еще. Сегодня 28 июля 2020 года. Мы находимся в Калининграде, парк юности, колесо обозрения. Сергей Иванов, рядовой воинской части, 7-й открытый мотострелковый полк, сегодня получил гран-при в номинации журналистика конкурсу «Калининград. Янтарный берег». 2 дня до дома. 100 дней до дома. Почти. До деньги. Интересно, наш район будет видно? Как ты думаешь, в какой стороне? Ну что, мы на самой верхушке? Нет, еще. Скоро будет. Это, наверное, остров, река Преполя. А где же стела, где вы принимали присягу? Не видно? Наверное, вряд ли будет отсюда видно. Но это же недалеко. Вид хороший тоже. Дома на самой верхушке.
свой город. Ну, тут открывать окошечки душновато. Какой-то парусник или что это такое? Нет. Какая-то мачта. Скорее всего, памятник. Памятник, думаешь? Да. Именно мачту поставили. Подожди-ка, вот же дом правительства. А, мы рядышком. Да. Можем до остановки дойти. Я ищу музей Мирового океана, вот этот шар синий большой. Ну вот он здесь вот. Справа от тебя. Ну да, здесь близко памятник 1200, где вы принимали присягу. В Москве у нас повыше, да, колесо обозрения? Правда, несколько?